Всем доброе утро. Ну как утро? У нас 12 часов дня. Новогодние праздники, они такие. Алиска только проснулась. Привет. Привет. Сейчас будет завтракать. Да. И тут у меня какой-то вкусный сюрприз, мама сказала. Да, мама сегодня решила сделать Алисе праздничный завтрак. Сейчас покажу вам, что это будет. У Алисы сегодня... Ой, какая чумазая! Мега полезный завтрак. Здесь творог, живые ягоды, черная смородина и немножечко взбитых сливок, чтобы было сладенько и вкусненько. И тортик. И тортик. Приятного аппетита. Спасибо. Я скачала в карманное пони. Что такое, Сонь? Алиска скачала новую игру. Так, Соня меня куда-то зовет. Уже все позавтракали. У нас сегодня глобальный день уборки будет. Тут вообще кошмар, что творится. Надо все это дело разобрать. А, Соня хочет на стол. Любимое место нашей Сони. Дальше. Она любит на Алискином письменном столе стоять. Алиска тут все играет. Уже все переоделись. Готовимся к уборке. У нас сегодня вообще такой влог домашний будет. Да? Домашний будет? Что там на улице творится? Кошмар. Дождь идет целыми днями. Спряталась Соня. Так. Понесли игру. Эти, как они называются? Вертушки какие-то, да? Да, а я деньги зарабатываю. Ой-ой-ой. Что там? Телефон упал. Надо 150. Соня нет? Играет со своим телефоном три кота. Он, кстати, сенсорный. Ну что, Алис? Соня наша уже пошла спать. У нее дневной сон. Мы разобрали рисунки. Мы разобрали Алискины рисунки. Еще не унесли их в комнату. И будем лего собирать. Я буду собирать куколок, а мама будет собирать дом. Да, ну как обычно. Решили открыть Сонин лего, пока она спит. Потому что она маленькие собрать детальки растаскает. А уже готова, будет играть. Поэтому сейчас соберемся она и вам очень, покажем. Она очень любит лего. Да, она очень у нас любит лего. Тут скотч. Моим играет. Сейчас. Вот, поэтому сейчас соберем и покажем вам, что у нас получилось. В общем, у нас уже вечер. За окном темно. Алиска играет в компьютер. Sims. В Sims 4, да? Девочку создает там какую-то новую семью. Да. Это у нас обновление вышло. Тут столько всего нового повыходило. Да ты что? Да. Ребята, я вам сейчас покажу. У меня по итогу получилось пока только вот это. Все детальки мы высыпали, потому что я ничегошеньки не успеваю. Куча домашних дел, папа наш на работе. В общем, мы будем продолжать собирать это лего. Но уже, видимо, мама будет это делать, когда... Все дети лягут спать. Наш вечер продолжается. Уже встала Соня, смотрит свои любимые мультики. И все достает из пакета. Все, что мы с Алисой убирали непосильным трудом, все сейчас будет валяться кругом. Сонь, я тебе предлагаю открыть магнитную историю. Сонь, давай коробочку откроем. Давай, давай, гу. Да, давай открывать, смотреть, что там. Как вам моя Андрея? Смотрите, я ее пока не красила. Смотрите, у нее такое. Да, и кстати, я вам потом покажу, как она танцует. Так, Алиска присоединилась, помогает доставать. Смотрите, какие клевые штуки. Они все на магнитах. Вот здесь с этой стороны магнит. А здесь всякие девочки, мальчики, елочки, тучки и так далее. А вот она сама магнитная доска. И мы вот уже дерево сюда прицепили, да, Сонь? А Соня что будет цеплять? Ну-ка давай.
дерево отдирать будешь? А я прицеплю санки. Алиска санки прицепила тебе. И как, грозу. Сонь? Грозу. Зимой. Может, лучше снежок? Что там Алиса делает? Зайку Соня налепила. И дерево. Смотрите, какая у нас красота получает. Ой-ой-ой, как интересно-то оказывается. Ого, ничего себе. Ну, дай ей тоже что-нибудь прилепить. Это бабочка. А все, Соня понесла бабочку. Смотри. Сонь, смотри, тебе Алиса дает бабочку на место. И тележка даже с продуктами. А, нет, не тележка. Это, видимо, из сада овощи, фрукты обратно. Кто-то собрал. Это не надо обратно. Цветочек, скажи, хочу, да? Ой, какая красота! Интересно! Друзья, смотрите, какую куклу мне мама подарила сегодня. Да, забыла. Ну, потом я вам все расскажу. Ну, вот такой у нее паспорт. Вот, собственно, она тут нарисована. Я распаковала куклу. Вот она. И вспомнила, как ее зовут. Ее зовут Ривер. Смотрите, какая красивая куколка. Это у нее капюшончик. Она такая красивая. Сейчас я капюшончик на нее надену. Ой. Чуть перекручена, конечно. Она уже полохматилась. Пока я капюшончик. Ну, вот так она в капюшочке смотрится уже, который сползает. Вот, смотрите, какое у нее платье красивое. И мне нравится у нее пояс. Он такой большой. А это ее черный плащ. Вот ее сапожки. Ну, слушайте, куколка очень красивая. Посмотрите на ее личико. И самое интересное, я у монстряшек такого еще не видела. Это она должна держать в руках, то есть это вот так, как Дед Мороз. Хо-хо-хо! Вот. Он такой классный, но на шпиндюрке так качается. Брим-брим-брим-брим. Слушай, ну... Очень классно. Кому тоже нравится эта куколка, пишите циферку 2. И обязательно поставьте лайк. Да, обязательно. Я пока подожду. Так, процесс идет. Куча деталек. Алиса собрала Бель. Говорит, она какая-то непонятная. Еще у нее нет рук пока. Да, вот смотрите, нос. Вот это ее нос. И он на губе стоит. Ну, бывает, что. У меня нос на губе стоит, друзья. Рисуем водную раскраску. О, Алиса, получается, Соня играется с водой. Здорово, Соня. Буль-буль. Вот это буль-буль. Куда ты там поливаешь? А ну-ка, страничку переверни. Там тоже... Теперь рисунок есть. Уже, по-моему, вся раскраска мокрая. Есть. О! Переверни. О, все. Красота. Вот это да. Следующее. Соня! Все мокрая. Она еще и на стол поливает. Пылесосит моя девочка. Убирает в комнате. Ну что, друзья, я вам сейчас покажу, что получилось из набора Лего. А потом покажу время, в которое я сейчас снимаю, ну, вернее, завершаю данный влог. Итак. Вот такой вот замок у нас получился. Ну, как у нас, у меня.
Здесь все персонажи. Вот он, замок с другой стороны. Вот Аннабель. А теперь, друзья, покажу вам время. На часах 3:00 ночи. Естественно, все дети у меня спят, но я обещала, поэтому не могла не выполнить и не собрать замок. Ну, а теперь я пошла спать. Всем спокойной ночи. Пока-пока.